Все. Пошла наркота. Ага. Что-то там много полицейских. Музыка, скорее всего, тоже тут. Чем они там занимаются? Типа изучают. А, это тут местные. Тебе там нехорошо, да? А, он прячет, прячет, наверное. Непонятно. Трав. Там полицейский уже. Никто не хочет. А куда мне сваливать-то надо вообще? Попозже с этим разберемся. Не видел, тут проходил кто-нибудь? Европеоид, лысый. Европеоид. Во, пожалуйста, описание, видишь? Ага. Европеоид. Лысый. Вообще как рептилоид. Я видел перепрыгнуть. Тут решетка стоит. Вот дальше можно перепрыгнуть, вот здесь. Вы, парни, конкретно. Я не смогу долго оставаться незамеченным, лифт позволит мне сбежать. Пожалуйста, мы же совсем. Вот, перепрыгнуть. Как лекарство. Как лекарство. Эти растения укроют вас, если вы не будете двигаться. Лекарство? Не поднимайте голову. Да у вас тут целая экосистема. Думали, такое никто не заметит? Господи. Ну только очень долго никто не замечал. Сяди колонном, ты весь своей травой провонял. Ой. Ты и твои мелкие затрасы, вы идете с нами. То есть они слышат шуршание, когда блеска. Когда ты ходишь, наверное, да? Да я не шуршал. А что нам там в Шангри-Ле надо сделать? Музыку, наверное, включить здесь. А, там что-то с кальяном связано было. Вот, поле счастья. Это, наверное, Шангри-Лу незаметно пройти. Угу. Но не точно. И курение опасно, это кальян, и курение опасно. Ну, возможно, это придется на второй завход делать, я не знаю. Если мы сейчас не будем палиться. И музыка, возможно, сюда. Где еще музыка может быть? Только тут. Хотя здесь проще переиграть сразу, наверное, с чекпоинта. Может, чекпоинт подсунут. Музыка, возможно, здесь, да, кстати. Давай, давай, лицом. Ну, вообще, мы от музыки ушли уже. Ну уже, не усугубляйте ситуацию. Она где-то далеко осталась. Думаю, позади. Надо провести опыт. Понимаешь, да? Ай. Ай. Фу. Что ты в углу? За спиной. А, свеч. Ага. Ой. Эй, процедура такая. Надо все делать по инструкции. Иди за латексными перчатками. Знаешь, за этими. Присыпай. Почему мы следуем инструкции только когда моя очередь докапываться? Фу, мерзость какая! Как там этого-то звали? На фе как-то. Физан. Физар. Физана. О, кальян. Поле счастья. Поле счастья прошел незаметно, видимо, потому что... И это... курение опасно, я взял кальян, подожди, почему один из четырех? А, мне надо четверых замочить кальяном, что ли? Ну ты сохранился? Физа назвали, вот, точно. Да, у меня сейчас чекпоинт. Вроде никакие улики мы тут не брали, ничего. Знаешь, что смешного? Меня вызвали на... А у тебя не сбросится незаметно? Не должно, не должно. Ну, пробуй. А я не знаю, как кальяном убивать. Ну как, подошел так же, как сзади главное. Атаковать. Бум, и все. Да? Да.
Интересно, он тут спрятан или нет? Что такое-то? Ну, что хамелеон? Что? А, я переоделся. Да, блин. Ну ладно. А в кого мне еще надо было переодеться? В наркош? Спецназ Чикаго. А, ну это раньше. Это мы еще раньше даже, да? Ну, либо надо перестрелку устраивать, чтобы спецназ пришел. Ладно, нам сейчас главное найти еще один кальян надо. А, этот разбился, да? Ну да, я думаю, надо кальяном конкретно убивать-то. А в этом-то как раз сложность. Нужно 4 штуки найти, что ли? Да. Кто? Ты наркоша. Где у вас тут кальяны еще? Он стоит вроде, нет? А, это а там что-то за стеной. Может, все-таки не четырьмя кальянами, а просто убить? Не знаю. Или все-таки я... будет четыре кальяна? Там территория какая здоровая. Да офигеть. Вон там, справа что-то светилось. Что такое? Секундочку, неужели... А, я ж типа этот... Могу прикидываться. Можешь не при... не при это... Не присаживаться, просто аккуратно проходить. А так-то подозрительно очень. Да я и так подозрительно. От все, наверное, тут кальянов уже не будет. Но мне надо. То есть тебе обратно надо вернуться? Я не видел там нигде больше кальянов никогда. Да? О, улика. Супер. Еще бы одну найти. Это, видимо, дальше где-то будет, на следующей территории. Покажи ордер. Вы один взяли, засчитали один, потом удар два. Нет, это так не работает. Я взял кальян, мне засчитался один, и один мне засчитался, когда я ударил. Да. Причем да. Один из четырех засчитал. Теперь мне надо еще два раза... Три. То есть мне нужно еще один кальян найти, еще одного вырубить. Так засчитается? Не уверен. Попробую этого спецназ. А, тебе не стрелять-то нечем. А вот и музыка. Понятно, теперь где вырубать. Мочи его. Кидай четвертку. Не. Давайте спецназ. Кальян. Чтоб нам переодеться. Вы еще не спецназ, нет? Это обычный. Ай. Так, короче, еще один кальян в дискокомнате, он не засчитался. Значит, надо все-таки три кальяна найти еще и замочить ими. В каждом бить надо. Да. Почему я тебя взять-то не могу? У меня... Так, можно немножко схитрить. У меня один кальян сохранился в руках, который я взял. И поставили новый кальян. А я его взять не могу. То есть я тот потратить так надо. Что схитрить не получится. Ты иди сначала потрать его, а потом вернешься сразу. Знаешь, что смешно? Меня вызвали на этот этаж пару недель назад. Домашние разборки, так? И хозяин жаловался, что весь дом пахнет соснами. Теперь-то мы знаем, почему. Давай-давай, лицом к стене. Ой, ушел. Ноги в сторону. Увидели. Долго сильно. Она... Она засчитывается. Накопительная. Да. То есть ты сейчас вот эти два кальяна потратишь и все. Да, и только не тормози сразу. Не парятся. А, подожди, нет, ты сейчас один потратишь. Ну да. Все. А чего он не разбивается в этот раз? Ну не, потому что передом, наверное. Или какой-то суперпрочный кальян. Я не понял. Сзади разбивается, а по лицу когда не разбивается. Да у них затылок просто каменный. Мозоль натерта там.
дрыхнуть, потому что любят. Об кресло там обо все мозоль натерла. Меня вызвали на этот этаж пару дней. Или фуражкой. Домашние разборки, так? Саша не все сломал, Саша воспользовался просто случаем. Ну ладно, все, у нас в Шангриле. А, у нас даже улика в Шангриле засчитана, но ее, в принципе, можно забрать, будет попробовать. И нам нужно... Музыку. Вот, врубить, да, стереоэффект. Музыку и, скорее всего, вот эта штука. Стой, 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 с цветочками, сейф там какой-то. Там тоже к этому, к этой территории. Вот это. Да, кстати, наверное. Тут, скорее всего, бабосики лежат где-то. Да, наверное. Отвлечь можно будет. Да, 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 чтобы они там денежку прибрали. Вон у нас Наташек говорит, затылочная кость самая прочная в черепе. Ну, это логично. Все объясняет. Все. Да. А если еще мозоль натерта, там вообще. Мало того, что кость, еще амортизация. За счет этого кожного твердого покрытия. Так, а это я случайно не в стереоэффект залезу? Это ты куда? Не знаю даже. Давай смотреть, что. Опа, блокнот. Что это? В смысле, это убивать? Не понял. Что за блокнот? Не знаю. Он просто взялся и все. Твой кальян выглядит как противотанковая граната. Какой? Что за блокнот? Инвентарь. Блокнот с кодом от сейфа 4732. Вот оно что. А вон и сейф красивый, как только как на той картинке. Код от этого сейфа? Вот сейчас мы сделаем красиво. 4732, да? Сейчас быстренько нужно открыть, пока он отвернулся. Ну, видимо, автоматически. Все. А то есть можно подорвать его. Ага. А интересно, взрывать нужно или просто достаточно открыть? Можно включить радио, привлечь его сюда зачем-то. Не знаю, возможно. Может, он сам придет сейчас. Что происходит? Ну-ка, давай посмотрим. А, так это не для стереоэффекта случайно? Здесь отвлечь, там включить. Не уверена. Просто вопрос, с сейфом-то все сработало или нет? Кстати, вроде не засчиталось. Вот об этом и речь. Что нужно было сделать конкретно? Заложить взрывчатку, взорвать или что? Или нужно было, чтобы он сам зашел? О, к сейфу идет. Ага, сейчас. Идут, идут! Прячься! Они все за бабосиками, смотри, прям в очередь. Клево отвлек. Дурак, говорит, посмотрите на это. Он был молчать. Все, идем, идем. Сейчас должно засчитаться, наверное. Нам надо стереоэффект сделать. Нам нужно туда пройти. Где танцуют. Да, это туда и направо, насколько я помню. Где-то вот здесь. Осторожненько. Конечно, заходи, чувак. Кто угодно может. Мы не верим частным лицам. Но поскольку ты коп и ты здесь по делу, тебе понадобится ордер на обыск, окей? Эй, слушай, это не облава. Мы ищем одного очень опасного парня. Мы все опасные, чувак. Мы все голые под одеждой, и наши дикие сердца качают по жилам горячую кровь. Если мы не поймаем этого парня, эта горячая кровь твоя и твоих друзей забрызгает тут все стены. А теперь пусти! Покажи ордер. Забавно, я в принципе мог бы уже свалить, конечно, отсюда. О нет, он идет сюда. Да, прям сюда. Прям вот туда. И сюда, хорошо, и туда. Что этим на меня пофиг. Да-да-да. Не дыши. Хорошенькое местечко. Проходи, проходи.
Дальше куда? Не знаю даже. И что нам тут что надо сделать? Нужно? Радио включить, мне кажется, надо было все-таки. Так это где было радио? Ну, может быть, конечно. Ой, сюда кто-то идет. Сюда идет кто-то. Ой, сделали. Стой, они сейчас все сюда идут. Отвлекает. Ага. Тебе дорогу сейчас расчистят. Подожди. Сначала к сейфу сходили, потом сюда сходили. Да. Смотри, оп. Вот еще бы дверь за собой закрыли. Перепрыгивай. Вызвать лифт. Все, по-моему, уходим. Проверяй. Ну да, уходим. Остается только в костюме, не задирай новичка вот в начале. Это только в бою. То есть это если уже доделывать и перестрелку какую-то начать. Это в библиотеке, так я понимаю, да? Физана ага. Этого. Да. Физана? Ну он же новичок. А-а-а. Слушай, наверное, да. А я думал, это на крыше новичка схватить надо будет как-нибудь. Там их трое. Кто из них ничего? Ну, может быть. Может, им трое. Ладно, Физана, я понял. Ну, значит, мы потом до Физана добежим. По-быстрому. Слушайте, мы сегодня больше одного уровня пройдем такими темпами. У тебя там недоделаны хвосты же. Ну, хвосты быстро доделать. Ну, это такое. Сложно сказать, быстро будет или нет. Там что-то лежит справа. А, это ящик. Осторожно. Вот это как называется уровень? Ай. Надо было перепрыгивать. Ну да. Все. Моська? Моська, да. Он меня Моськой назвал? Да, он тебя Моськой назвал. О! Может, получится спецназ вызвать? Прячься. Ой, как же долго это происходит. А вот и спецназ. Это спецназ был? Да. Ага. Вверху слева написано «Станция метрополитена». Ага, это метрополитен. Что-то я проглядел. Надо грохнуть одного. Шипят все. Где-то здесь улики должны быть. Угу. На каждом уровне по улике. Видимо так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Почему цель показывает туда? Толпа, идеальное укрытие. Да, но мне надо в толпу-то вот с той стороны, наверное, пройти, а не с этой. Или все-таки с этой стороны в толпу надо заходить. А улику где найти? Вот вопрос. Где улика? Было бы прикольно собрать все три сейчас. Сразу. Ну, здесь вряд ли. Ой, тут много их. Смотри, то есть, видишь, ничего не светится. Все-таки в толпу, видимо, идти надо. Вон там что-то светится вдалеке. Угу. Осторожно. Было бы круто еще спецназовца, на самом деле, сейчас раздеть. Ну, ты начни тогда
утиляться, раз. О. Пока еще не ушел далеко от стартовой точки. Спрячься, спрячься, вкусненьким. Так, слева тоже были на самом деле. Надо было сразу стреляться, короче. Ты в прошлый раз здесь стрелялся, а здесь же, да? Да, вот здесь надо было стреляться и... Надо, чтобы тебе с двух сторон не подступились. Здесь с двух сторон как раз подступится. Я могу что сделать-то? Отсюда начать? В смысле? Они тебя не поняли, где искать вообще. Просто... Охренеть. Бог стелса. А вы говорите, Саша в стелс не умеет. Это был стелс. Во, вот этого сейчас убиваю и хватаю. Во, спецназовец, давай. Быстрее, быстрее, хватай его. А у тебя есть чем убить-то его? Нет. Это плохо. А, да, да. Быстрее, переодеваться надо. Нет, не успел. Ну, в принципе, тактика сейчас сделаем. Ты не трать пистолетный выстрел. Ты взял этого, прибил пистолетом. Красиво. Потому что нравится. Это было не обязательно. Что, серьезно? Готовься. По тобой стреляй. Переодевайся быстрее. Где маскировка там? Есть, уходим. Я свой. Это что, Call of Duty? Ну, практически. Все, все. Все, теперь стелс. Все, теперь серьезно, теперь у нас стелс. Да. Серьезно, Саша говорит. Саша говорит серьезно. Вы слышали? Да, серьезно. Давайте, уходите, уходите все. Ты там будешь стоять? Ты сюда не ходишь? Ну тут все понятно. Тут мы сейчас проходим в толпу. Хотя я не совсем понимаю, как мы там будем в толпу проходить. Ух ты, ты сюда все-таки ходишь. Да какого фига ты можешь определиться, идешь ты куда или не идешь? Вот то туда прошел, то сюда прошел. Обиделся. Туда покрутился, сюда покрутился. Как работа вот у него такая. Жить? Как вообще с вами работать, скажи? Да ужас. Ой. Чатики разделяют с тобой. Тоже кто-то бомбил по этому поводу. Нет, ну крутится, вертится. Нет, ну он правильно делает. Там три спецназовца. Ха-ха-ха, мы в домике. Интересно, я могу как чужой его просто сюда затащить? Нет. И тут придушить? Нет? Чужой. Если он подойдет просто сюда. Ну сделаем вот это. А я такой на него. Саш, как чужой. Пусть... такой. Так это не чужие так делают, это хищники. А ты как чужой. Чужой тоже там делал, еще слюни пускал. Слюни пускай, короче. И как делай?
Не? Не получается. Я такой незаметный, конечно. Он ушел. Простите, пойдем. Сэр, вам придется подождать здесь. Может, даже получится. О, все. Что происходит? Это террорист или что вообще? Насколько это серьезно? Осторожно, проходи там, где больше народу. Вон, по левой стороне, смотри. Вроде бы. Нет? Ага, тут как в Ассасине прям подсвечивает. Не о чем волноваться? Стой. И смотри, как люди ходят. С кем пройти. Либо проходи, когда не смотрит никто. Просто успокойтесь. Право, что ли, не пойму? Не начинайте гребаную панику. Быстро просто проходить, пока не смотрят. Ага. Осторожно. Быстрее. Да кто там меня палит? Он тот, что ли? Ага. Эй, привет. Да нет, номер не узнал. Это спрятаться? А, подойди к автомату. Заняться. Доставанием игрушек. Тут, наверное, игрушки доставать надо. Чё там лежит? Где улики у вас? А, там бутылка. Улики, кстати, не забудь. Ты спрятался? Ну да. Кстати, а улику там мы не нашли, да? Даже не нашли. Вон она, наверное. Думаю, может, я прошляпила, просмотрела. Осторожно. Где-то наоборот быстрее проходить надо, получается. А он замедляется, да, в толпе? Ну, чуть-чуть вроде, хотя я не уверен. Быстрее. О. Слушай, так это, смотри, там дверь. Там не улика, да. Нет, я все еще... Нет, подожди, внизу что там? Видишь? А, просто пройти. А где улика? Прошляпили, что ли, там? Да нет. А улики светятся вообще? Нет, наверное, не светятся. Вон там не улика? Да. Что это? Не знаю. Я тут застрял на вокзале. Алло, понятия не имею. Тут просто... Я думаю, что где-нибудь вот здесь улика должна быть. Осторожно. Скажи им, чтобы подождали. Друг, я буду через 20 минут, клянусь. Если смогу выбраться с платформы, побегу к тебе. Я знаю, да, у нас должно получиться. Должно. Вон что-то лежит. Нет, это не улика. Почему нет? Почему нет? Вон там вот, видишь, что-то. Это просто помощь, чувак. А, это... Подлянка. Так, а там... А там нож какой-то. Я бы так с тобой не поступил. Я бы подождал, поговорил с кем-нибудь, нашел бы капитана парома, дал бы ему на лапу и сказал, что нужно подождать. Ну же, парни, пожалуйста. Наверх. Знаешь что? Да. Отлично. Отвлечь, может, как-то его? Да не, они там и так сами справляются. Слушай, они просто приказали нам перекрыть посадку на все поезда. Какое-то расследование. Я уже перекрыл все пути. Просто подумай об этом. Ну да, вот теперь можно уверен, поэкспериментировать. Что они могут это сделать. Это же давай полиция. Попробуем. Что ты от меня хочешь? Ой, слушай, да. Меня взяли за жабры. Позвони в городской совет и на них ори. У меня тут и так 400 злобных пассажиров. Засранец. Да не, это плакат, это не уник. Я думаю, что дальше. Ну, может быть. А может, на перроне где-то? Давай дальше. Спрятаться. Не зря, наверное. Прибегут сейчас? О, к людям прям сразу можно. Осторожно, полицейский, кто тут. Дайте улику. Просто нужно же подряд собрать все это.
не знаю, когда. Я не знаю. Не обязательно. Нет. Улики накопительные. Ушел, идем за ним, послушай, приходи вот в эту толпу. Он сейчас повернется и к тебе за спину зайдет. Подожди. Тут, кстати, работает со спины, а не меня. Вот, дальше идем. Почему-то. Тут какой-то лысый убийца в бегах или что-то типа этого? Лысый убийца в бегах. Что там слева, бутылка? Бутылка, ага. Ладно. Шапочку бы надел. Где-нибудь снял с кого-нибудь. Эх, неужели я проглядел? Ну, походу, да. Да-да, нет. Просто пропустил кое-что. Быстрее, быстрее. Я не могу быстрее. Эй, Бренда, это фу. Да. Да, я знаю, они же всегда. Я тут застряла с этими поездами. Проходите, сэр. Ой, как плотно. Здесь работает полиция. Ладно. Нет, я знаю. Проходи, проходи быстрее. А-а-а. Мне надо на поезд успеть. Улику все-таки проглядел, да, видимо. Да. Да. Нет, я все еще на вокзале. Не знаю, говорят. Да-да, нет, просто пропустил поезд. Нет. У меня все равно нет дальше тайпер. Эх, слушай, правда? Обидно. Откуда она это взяла? Может, загрузиться? Чатик, мы пропустили или еще не дошли? Ну, говорить, где не нужно, просто вот такой вот вопрос. Ну, потому что это мы заканчиваем уровень, судя по всему. А, то есть уже пропустили. Думаю, что пропустили. Ну вот пропустили. Я тоже говорю, пропустили. Да. Мне кажется, все-таки ближе к зданию там. Слушай, они просто приказали нам перекрыть посадку на все поезда. Мне кажется, еще раньше. Какое-то расследование. А где еще раньше? А ты раньше уже не вернешься. Да. Насколько раньше? Не знаю, я предполагаю, что в здании. Ну, я могу быть. А где прав... там? Там куча полицейских. А вот что это там? Правее повернись. У меня тут и так 4 там... Да, нож кто-то. Да, да. Ну, можно попробовать. Давай попробуем вернуться и проверить все. Кто там? Нет, чувак, я на платформе, пытаюсь попасть. А, это обойти. Ушел 45 минут назад. Что? Давай, возвращаемся назад. Не садись на этот паром. Ну же, чувак. Скажи, не, вернуться-то я могу. Давай возвращаться. Через 20 минут, клянусь. Докуда получится, дойти, до туда получится. Будем искать. Получиться должно. Да? Дружище, у меня все выйдет. Угу. Вопросов это ни у кого не бывает. Ну, тут остается только здесь где-то. Тебе сколько? 46? 48? Чучока. Чучок говорит. Неужели здесь? Я здесь не проникну, чтобы забрать улику. Слушай, то есть испытание это я чекну, конечно, но это же. Какое-то расследование. Знать бы куда бежать еще. Я уже перекрыл все пути. Конкретно. Да, уверен, что они могут это сделать. Ну, допустим, если не драться, а бежать сразу к цели. Ну да. Поэтому забегаешь и бежишь. И на них ори. У меня тут и так 400 злобных глазов. Остановиться! Можно на вас взглянуть? Концентрацию выбил? Да нет. Это не улика вот. Спрятаться. Вон она лежит. Жрем пончики. Я пончик ем. Подождите. Вот это полицейский, аккуратно. Прячься, прячься, прячься. Сэр, дайте на вас. Улика, пончики едим. А, распознали. Да можете хоть теперь расстрелять сразу же вот. Бомбу кидай.
кидай туда взрывчатку. Да ее сложно кинуть. Ну ладно, столько всяких кнопок надо нажать, чтобы выбрать эту взрывчатку. Кинуть. Все, хорошо. Да ничего хорошего на самом деле. А что? Посадку на все поезда. Улика-то хоть и взята, хоть и засчиталась нам это, но мы же ее не унесем отсюда. Мне теперь интересно, а как ее нужно было оттуда унести? Как туда попасть? Там столько толкая толпа народа сидит. В смысле, какая такая? Надо было вот так, видимо... Они, возможно, ближе к концу уровня тут собрались все, если бы ты... Не-не-не, они там уже были. Ну, значит, нужно вот не застаиваться, подошел, взял и ушел. И... Да, возможно, уверен, что они могут при прохождении не без смертей, допустим. Что ты от меня хочешь? Слушай, возможно. Меня взяли за жабры. Ты хочешь прям идеально, чтобы тебя не заметили, чтобы улику унести. Мы же уже не раз убедились, что это на несколько перепрохождений уровень. Это понятно, но по идее должна быть возможность по стелсу нет, забрать. Не обязательно, не для всех условий. А, я не запустил поезд-то. Запустите кто-нибудь поезд человеку. Короче, мне кажется, как-то по пути можно было бы все-таки по стелсу забрать эту улику, но понятное дело, что сейчас это уже нереально по стелсу забрать. Что челлендж никого не вырубать? Нет, не челлендж. Какой челлендж? Это испытание. Нет у нас такого испытания. Не попадается на глаза, только в костюме. Ну вот, не попадание. Вот новичка только вначале на надо будет сделать, и все. Это и есть испытание. Ну и все. Что? Я тоже не что пойму, не что. Что не так-то? Что не так-то? Все хорошо же. Мы все сделали. Кроме новичка. С ножницами в руках иду. Но это же не подозрительно. Ну, ножницы я сходил, купил где-то по пути. Может, он карманник. Бабос стрижет. Ай. Вот, можно спрятаться. Опа, в позу. Главное встать. А долго ждать, интересно? Нет, я тоже хотел тебя увидеть. 15 секунд. Не, ну какие-то 15 секунд они... Да, застрял на вокзале. Отсюда 15 секунд или от начала 15 секунд? Да вот 15 секунд осталось. Нет, я знаю. Сейчас уже подъедет поезд. О, едет. Едет, слышу. Ха-ха-ха! Люди, давайте быстрее! Ну заходите, чего вы все стесняетесь-то? Все, отстаньте. Ладно, сойдет. Пум-пум-пум-пум. А он никто не успел. А как так? Почему я только уехал? Потому что ты молодец, они не очень. Стрельба с двух рук. Ха. Повышает скорость накопления силы инстинкта. Разблокирован. Повышает скорость реакции в рукопашном бою. Повышает скорость бега на 2%. Офигеть. 2%. Все. Так.
Ну вот я пулеметик там не взял. Автоматик. Новичка не грохнул. А, радио не потыркал. Радио в руки надо было взять. Точно, точно. Эх.